Группа специального назначения Пакистана «Черные аисты» Special Service Group, сокращенно SSG. Пакистан не та страна, которая ассоциируется с лучшими элитными войсками. Но на самом деле это не так. Большинство операций SSG полностью засекречены. «Черные аисты» существуют уже 60 лет и, оставаясь в тени, преданно служат своей стране, устраняя возникающие угрозы. SSG состоит из 5600 военных, распределенных 8 батальонов по 700 человек. Каждый батальон поделен на взводы и группы. На родине эти бойцы получили название «Черные аисты» благодаря своеобразным головным уборам. Эти подразделения действуют в крайне неспокойном регионе, где есть и приграничные столкновения, и религиозный экстремизм. В декабре 2014 года пакистанские силы SSG выследили и ликвидировали оперативного лидера Аль-Каиды. И то об этой операции стало известно из-за утечки информации в Вашингтоне.